Граждане, которые в период выборов президента России будут находиться вдали от дома и не смогут посетить участки для голосования по месту регистрации, уже сейчас могут подать заявление для участия в программе «Мобильный избиратель». Сделать это можно удаленно на портале госуслуги, либо лично обратившись в территориальную избирательную комиссию. Примут заявление на включение в списки по конкретному избирательному участку, также в любом отделении МФЦ. Избиратель приезжает, приходит на свой участок, где он прикреплен, где он включен в список избирателей, подает свой паспорт, естественно, удостоверение личности обязательно, либо паспорт, либо временное удостоверение личности. Никакие дополнительные документы он предоставлять не должен. Если планы поменялись, избиратель может аннулировать ранее написанное им заявление и затем составить новое с указанием участка, где намерен проголосовать. Тем, кто по состоянию здоровья не может сам прийти в территориальную избирательную комиссию или МВЦ, помогут соцработники. Они передадут информацию в участковые избирательные комиссии. И с 6 по 11 марта сотрудники УИКов придут к заявителям домой, чтобы помочь составить заявление.